Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет битва гильдий, и наконец-то мы сейчас потестируем вот такого вот Ронина. Я показывал уже его обзорчик в рейдах и решил все-таки его дотестировать на битве гильдий. Не знаю, какие там у меня топы сегодня, но в принципе здесь битвы гильдий всегда нету, скажем так, мега там крутых топов, но постараемся найти базы с орниками, с 12 скиллами, чтобы именно туда запустить этого Ронина. Так, сейчас я возьму еще сюда вместо Анубиса, наверное. Дерево. Для реса. Так, где мое дерево? Вот оно. Все, в принципе, мы готовы. Поехали, посмотрим. В принципе, плюс-минус. Так, 370, 308, 332 и вообще больше всего силы, самые слабенькие. Так, окей, поехали сюда. Так, фрейка есть, 11, 12. Ну, честно говоря, такое. Вот давайте ради интереса запустим сюда его на Асурика. Если, конечно, мы до этого не разнесем, очень интересно посмотреть. Вот это мне больше всего нравится. Вот эта тема. Немножко далековато убежал. К сожалению. Так, вот посмотрите, насколько у него отражалка. 74%. И он уже слился. Не знаю, кого он там. На Асурике, скорее всего, сливается. 80%. А, там еще и рогатка, что у нас есть, там тоже отражалка. Ну, смотрите, благодаря тому, что куча оживы, он еще до сих пор там трешует. Ну, не надо ему 12 скилл качать. Вот, наконец-то его слили. Так, печалька, печалька. Что, давайте попробуем дерево. Была, не была, сразу резнем его. Ой, а у меня дерево. Да не, вроде, а да, все правильно, дерево у нас оживой, с ремкой. Так, ну. Ну, как видите, такое себе. Так, давайте сюда запустим Асурика, сюда запустим Седну, сюда запустим Варжея. Вот благодаря тому, что живы можно, вот смотрите, уже 98% я набрал. 99%. Вот так вот. Все благодаря тому, что герои оживают, и их не успевают так быстро убивать, они могут некоторые здания добить еще. Вот в чем преимущество 9-х ожив на героях. Плюс вы можете там... Ну, в принципе, уже это все показывал. То есть 9-е оживы реально на битву гильдии просто тащат. Так, поехали дальше, поехали, найдем кого-то более серьезного. Как-то скучновато. Так, ну вот что-то интересное более-менее. 318. Может, тут есть? Да. 332. Так, вот тут вот поинтересней будет. Ну, кстати, можем на Анубисе зависнуть. В принципе, должны заряжать и фрейку. Фрейка должна нормально дамажить. Ну, смотрите, попадают. Вот сейчас будет на Асуре, кстати, тоже нормально сливаться, если будет по Асуре бить. У нас отхила только получается в такой сборке. Только сам смотритель. Больше у нас нету никакой оживы. Это очень, скажем так, с одной стороны печально. 43%. Давай, давай, держись, я в тебя верю. 57. Все, слили его. Как
так все печально. Так, ну на кого? Давайте на Анубиса также запустим. Ну, то есть вот два героя, которых, в принципе, будет вполне нам хватать. Девяносто шесть процентов. В принципе, такого Ронина хватает. Единственное, конечно, у многих ожога нет. Ну, думаю, скоро будет. Его по-любому будут продавать тоже, как и остальные руны. На русском не знаю, когда, но здесь уже продают. Так, 322. Поехали, следующий. Конечно, в таком случае сожжение лучше только ожог. Но, как видите, отхила тогда у нас не хватает. Поэтому ожог и исцеление рунами, наверное, самый топовый вариант того, что есть. Что-то вообще тут тоже слабенький. Так, взорвались. Взорвались в центр, смотрим. Так, там Атлант. Сейчас он на Атланте должен слиться. Не сорвется. У кого-то отражалочка. Так. Что там у нас с отражалочкой такое? Ну, тут отражалки, как видите, я не знаю, там, наверное, скорее всего, что чары. Все нормально себя чувствуют. По чуть-чуть, по чуть-чуть. О, ничего себе, его слили. 81%. Хорошо, что Ара, кстати, блокирует. Мы ему поможем. Мега имбой. Все, слили. Вот так вот заблочили и слили. Ужас просто. Мне не знаю, мне нравится. Хватает. То есть, как вариант, имеет право на жизнь. Не топ, конечно, как допустим, там ожог исцеления, все-таки кажется, будет получше именно такой вариант и попроще, но бегать можно. Так, 308, у меня еще две попытки. 318. Так, что тут у нас? Хранитель, кстати, тоже интересно будет посмотреть на это все. Угу. 397. Упали по нему. Нифига, в принципе, сколько ж у него там жизни. Ну, хотя у меня тут еще есть хранитель. Смотрите, леса или как там его. Хранитель леса, точнее. Он тоже восстанавливает. Так, 38%. Самое главное не в хрона. 47 слили. Ничего себе, жесткие типы. Ну-ка попробуем. Попробуем слиться. Можем, думаю, слиться. Благодаря Фрейе. Опасно. Ну, видите, вот выживание рунами, оно делает свое. Плюс оживо. Лучше не придумаешь. Два героя и все. Даже можно не париться. Там Ронин не набивает много. Самое главное около 50% набить. Так, поехали. Еще один топ, по-моему, тут. Да, 308. Ну, тут, в принципе... А, тут тоже огники есть, отлично.
Поехали. Посмотрите, что он там с ними делает. Что это такое? А Фрейя еще даже где-то есть. Поворот героев послевал, конечно, Махатма не сорвет. Хотя все возможно. Смотря какой сборки там-то Махатма. Ну, слили 70%. Вот так вот, ребят, такая вот битва гильдий. 5151, наверное, тут вряд ли кто-то около 4, и хотя в принципе 4, думаю, понабивают, но вот как-то так. В принципе, с одной стороны интересно, с другой стороны все-таки лучше ожог поставить, вариантов побольше будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.